Кажется, здесь и здесь. Оно совершается в нашем рассуждении. Упаси тебя, Господь, от полуправды. Держись всей правды Божьей. Рассуждай. Рассуждай сегодня. Спасибо, Господь, спасибо. Я благодарю Тебя за тело и кровь Твои. Благословен Ты, Бог наш, Царь Вселенной всей, давший хлеб из земли, хлеб наш насущный, и давший хлеб с небес, хлеб с неба сошедший, Сын Твой Иисус Христос, хлеб жизни, который питает нас 2000 лет уже, и страдавшееся человечество питает собою. Этот хлеб принимаем с благодарением. С благодарением. А это тело Твое, а это кровь Твоя. Кровь Нового Завета. Благословен Ты, Бог наш, давший на плод виноградной лозы, земной лозы. Но наипаче благодарим Тебя за кровь святую Твою, сок небесной лозы. Небесной святой лозы, благодарим Тебя, великий виноградарь, за сок небесной лозы, который в нас, верующих, проистекает. И пусть без всяких закупорок, тромбов, пусть не будет этих закупорок ни умственных, ни душевных, никаких, ни физических. Пусть эта циркуляция духовная в нас будет крови Христа прямо сейчас, во все сферы нашей жизни, от наших головных уборов, от макушки до подошвы, до тапочек наших, до всего нашего, дела рук наших. Все наше Ты благословляешь сейчас. Циркуляция крови Христа Иисуса в нас, в теле Твоем. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Спасибо, Святой. Еврех Хадана. Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, и да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, избавь нас от лукавого. Твое есть царство и сила, и слава Твоя вовеки. Аминь. Аминь. Слава Богу. Спасибо большое.
Друзья, пожалуйста, не расходитесь, например. Оставайтесь на своих местах, служение еще не закончено. Рассуждайте о теле Господнем. Да. Апостол Павел писал, говорит, чаша благословения, которую мы благодарим, за которую мы благодарим, это способ приобщиться к телу Христа. И хлеб, который мы преломляем, не способ ли приобщиться к телу Христа? И чаша благословения, за которую мы благодарим, это способ приобщиться к крови Христа. И то, что хлеб всего лишь один, значит, что все мы вместе составляем одно тело. Потому что все мы делим между собой один хлеб.